Эфир телеканалу «Беларусь-1» протягивают новины региона. У студии Наталья Игнатенко. Добрый день. На Гомельщине гинут лясы. Причем уже зараз зразумела, что гэты процесс протягнется и в наступном годе. Основные причины – значное понижение узровню воды у вынику протяглого спякотного надворья и массовое распаусюджвание лясных шкодников. Олег Сентеров сустрелся со специалистами. Спочатку относно малоснежная и с непротяглыми морозами зима, потом засушливое лето. Работники лесной галины кажут, что коли ранее грунтовые воды находились максимум на 30-сантиметровой глубине, то сегодня-то их узровень снизился до 1,5–2 метров. Особливо тяжко отсутность вильгати переносит молодые древы. На культурах дуба, которые посажены в этом году, посадочным материалом с закрытой корневой системой в Мозырском опытном лесхозе, при общей приживаемости почти 100%, через 2-3 месяца культуры начали отпадать, усыхать, то есть сбрасывать листву. До речи, древы, яким уже не одно десятигодие, переносить несприятное надворье так само с проблемами. Отсутность вильгати приводит до того, что и они не могут смагаться с лесными шкодниками. Те же елки, например, знищают их с допомогой смолы, але у этом годе для ее выделения часто элементарно не хапая воды. Основной вредитель – это короед-типограф. Для него сложились идеальные условия для жизни. В текущем году мы ожидаем, что у него даже будет третья генерация. То есть он третий раз в течение сезона отложит и выведет потомство. Что в свою очередь приводит к продолжению усыханию еловых насаждений. Покуль наибольш распространенный способ борьбы с лесными шкодниками – спиловывание древ. Звычайно, объемы такой дравнины на Гомельщине складают около 100 тысяч кубометров. Але у этом годе с уликом масштабов распространения короеда пошкоджені будут больше значными. Великие проблемы возникли из захованности ясеню. Его гибель уже можно назвать массовой. Уровень грунтовых вод упал, и ясеневые насаждения сразу же начали поражаться корневыми гнилями. В результате корни отмирают и дерево падает. Все ясенники в области у нас массово поражены. И вероятно, что в течение ближайшего времени мы забудем, что такое ясеневое насаждение. Выратовать древы сегодня могло бы только значное повышение узровню грунтовых водов, але для этого дожди повинны идти без перепынку амаль месяц. Еще одна надея на протяглую снежную и морозную зиму. С одного боку, это повысить узровень воды, а с другого – знишить значную колькость шкодников. Олег Сентеров, Валерий Гапанько, телерадокомпания «Гомель». Тем часом у Лельчицким районе протягивается ликвидация лесного пожару, который распаусюдился на площади у 7 гектаров. Очагу сгорания находится неподалек от населенного пункта Дзержинск. Зараз там працуют 90 супрацовников Брестского лесогосподарчего объединения, 2 одинки техники Милошевицкого лесгаса и 1 районного отдела по надзвичайных ситуациях. Как поведомляют выратовальники, гарать у основном лесонасаджении. Локализовать пожар покуль не удается. Повышение радиационного фону не зафиксовано. Уборочная, якая проходила сёлета при вельми складанных умовах надворья, завершена. Зараз перед господарками Гомельщины стоит не менш важная задача – заховать уроджай. Одна из головных умов – забеспечение режиму пожарной безопасности, контролировать які будут супрацовники МНС. Разом с ними у рейд отправилась наша здымочная бригада. Пункт призначения – агрокомбинат «Паўднёвы» в Гомельском районе. На одном из полей механизаторы только что скончили працу. Гостей не чакали, але до проверки готовы. Инспектору цікавіць наявность першасных сродков пожаротушения. Порошковый вогнетушитель, рыдлёвка, скрыня с пяском – все необходимое есть. Каб не было проблем из теории, инспекторы раздают памятки. До речи, до подобной уваги с боку МНС у господарца ставится с разумением. Эти требования полностью соответствуют действительности, и мы их выполняем. Все комбайны, вся техника у нас обеспечена средствами пожаротушения. Все водители проинструктированы, прошли обучение, и каких-то эксцессов и так экстренных ситуаций у нас не было. Собранное збожжа проходит допрацовку в зернесушильном комплексе, який лічыцца объектом повышенной пожарной небезпеки. Тому ликвидовать ее готовы у полном узброении, як у размещенном побач цеху, где вырабляют рапсовый и сланешниковый алей. Апошний объект у маршруте рейду – машино-тракторный парк, проверка якого начинается литерально от ворот. Побач з ими усталявана схема руху транспорту, размещение пожарного водоема и место, где находится пожарный инвентар. Достойны похвалы и кабинет аховы працы. Крыстая
пользуемся выпадком, выратовальники проводят позаплановый инструктаж. Без улику нескольких недохопов станом пожарной безопасности на агрокомбинате Паудневые инспекторы задоволены. До речи, в целом уборочная на Гумельщине прошла без буйных здарений. Хоть зусім без неприемностей не обошлось. Серьезных нарушений, в принципе, выявлены не были работниками МЧС. Но, конечно, и прослеживаются такие негативные моменты. Бывали случаи и возгораний техники, дорогостоящей техники, и также возгораний в местах непосредственного хранения урожая. Хотелось бы призвать руководителей сельхозпредприятий обратить особое внимание на обеспечение пожарной безопасности. Руслан Проляскоўскі, Ольга Вальченко, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. На Гомельщине завершаются апошние работы по подрыхтовке установ адукации до нового навучального года. Фактично, усе яны уже отримали пашпарты готовности. У тех, где еще застаются дробные недохопы, яны будут ликвидованы до конца тыдня. 1 вересня во всех школах Гомельской области отбудутся урочистые линейки. Вызначенная тема 1 урока в День ведов «На тебе наша молодь надея». При жадании не выключается так само проведение урока у присвященных теме родимы, ее знаменальным подеям и выдатным особам, которые являются узором и прикладом для молоди. Все лето до учебных занятков у Гомельской области приступят 147 тысяч школьников. Безумовно, самым тропятливым этот день станет для першоклассников и их батьков. У першиню подороже у свет ведов распачнуть каля 17 тысяч ребят. У поравнании с минулым навучальным годом агульная колькость школьников на Гомельщине повеличится крыху больше, як на 2000 человек. Что тычется навучальных программ, у их отбылись певные змены. Министерство образования с 1 сентября вводит новые учебные программы для первых, пятых и десятых классов. Они будут немножко упрощены. Те значительно такие нагрузки, которые должны быть у школьника, переносятся в 10-11 классы. Начинается этап изменения издания новых учебников, но в этом году новых учебников не будет. Должен сказать, что мы обеспечены полностью 100% учебными пособиями, учебниками по всем предметам. Если возникают какие-то моменты, связанные с перераспределением, то оперативно разрешаем эти все вопросы. Все лето на работу в установы адукации региона накировано больше, как 900 молодых специалистов разных профилей. А тому забеспеченность кадрами в области практически 100%. На затоне Сожа у месцы, ведомым хамельчанам як бухта капитанов, отбылося доброчинное свято. Для семьи, у яке выховывают детей инвалидов, был организован день отпочинку «Тепло сердцев». Увага, усмешки и радость – то, чем щиро делились все присутные. Организаторы постарались створить сапраўднае шоу. У программе были выступления клоунов, катание на катамаранах, караоке. Особливую цікавасть дзятвы выкликали мотоциклы. На их можно было сфотографоваться, а самым отважным – навод покататься. У меня двое деток, вот одна из них участвует, она бегает, но вторая у меня в коляске сидит. Она вроде как понимает, но тоже радуется вместе со всеми детками. Понравилось очень. Подобный коллективный пикник пришелся по душе и детям, и дорослым. Помеж собой усе знакомые давно, подтримливают сувязи и выказывают удячность организаторам и партнерам мероприемства за магчимость сустреться в такой доброзычливой сябровской атмосфере. Благодаря тому, что организация «Комплекс партнер» пошла нам навстречу, в этом мы уже второй раз у них присутствуем здесь. Это все у нас благотворительно. И в этом году очень много нам помогла администрация железнодорожного района с этим мероприятием. Наших детей привезли бесплатно на автобусе, собрали по всему городу детей-колясочников и привезли сюда на это мероприятие. Новини региона, информацию об проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресу www.tvrgomel.by. И на этом наш выпуск завершенный. У студии працевала Наталья Игнатенко. Усяго доброго и до встречи у вечернем эфире.